Всем огромный привет! Я спешу поделиться своей радостью. Сегодня я получила посылку. Это уже третья посылка от Оленьки Крюковой. Оля живет в Санкт-Петербурге, и сегодня она нас очень-очень порадовала. Спасибо тебе, моя хорошая. Сижу, улыбаюсь во весь рот, потому что прям сердце ликует и очень-очень приятное настроение. Дело в том, что какое-то время назад я показывала свой заказ в компании Faberlic. И сказала, что мне понравился пробник Алены Ахмадулиной. И решила, что при первом возможности, когда будет скидка на этот аромат, я его закажу. Оля мне тут же написала, что Света, у меня есть этот аромат, но он мне не подошел. Давай я тебе его пошлю, и не надо тебе ничего покупать. Я, конечно, обрадовалась. И вот он у меня. Ну, естественно, аромат приехал не один, как я Олю не просила. Замотать мне только один аромат, но он приехал со спутниками. Давайте я вам покажу, что же приехало еще. Ну, радости, конечно, нет предела. Вот такая чудо коробочка, называется Beauty Box. Это Beauty Box от Виленты. Я такое уже у девочек в обзорах видела, и мне было очень интересно это, ну. Эта компания Вилента, она сейчас, мне кажется, очень даже раскручивается. И если раньше мы знали в основном только масочки из этой компании, то сейчас знакомимся так уже активно. Ну, YouTube, по крайней мере, знакомится и знакомит других с другими бьюти-средствами из этой компании. Давайте я вам покажу наполнение этой моей коробочки. Оль, спасибо тебе за нее отдельное, потому что настолько классная оказалась. Вообще хочу отметить у Виленты дизайн. Вот этот черный фон и цветы на черном фоне, это бесподобное, конечно, решение. Прямо рука тянется. Крем для тела моделирующий. Посмотрите, тут как написано хорошо. Регенерирующие пептиды. И вот такой антиэйдж комплекс. Обещает интенсивно увлажнять, придавать упругость коже и восстанавливать контуры тела. Очень-очень это классно. У меня есть что восстанавливать, поэтому я буду очень рада. Он зафольгирован, я пока, так вот вам не показываю, я пока открывать не буду, но в ближайшее время я им начну пользоваться. Вот такая красота. Вместе с этим кремом для тела есть антивозрастной крем для рук, я вам его сразу тоже покажу. В нем 75 мл, также идут вот эти регенерирующие пептиды. Мне кажется, он будет классным. И мне нравится, что у Виленты все продукты абсолютно все зафольгированы. Это здорово. Следующий продукт тоже в большой упаковке. Кстати, я не сказала, большой крем 200 мл и молочко тоже. Это молочко идет для тела, интенсивное увлажнение. В нем гиалуроновая кислота и вот ультра лифт, вот такой вот комплекс, глубоко увлажняет, повышает эластичность и придает упругость. Представляете, какая красота. Но дизайн, конечно, прямо вау, дизайн бесподобный. И еще одно средство было в этой коробочке. Это вот такая маска для ног, интенсивно отшелушивающая и смягчающая, с фруктовыми кислотами. Вот такая масочка, она идет вроде бы как носочки, видите. Давайте я вам покажу, что нужно делать. Перед применением нужно распарить ножки. Потом одеть эту масочку носочки. И через 1 час снять, вымыть ножки в водичке. И через 3 дня сделать распаривающую ванночку для ног. И, видимо, если есть какие-то проблемы, их не станет. Вот такая вот красивая штука. И посмотрите, какое красивое оформление в самой коробочке. Вот мелочь, а как мимишно и красиво смотрится. Ну вообще вот эта Вилента мне прямо покорила этот Beauty Box. И очень понравился. Классный. Прямо вау, какой классный. Так, я сейчас, наверное, вот так сделаю. Вот. Чуть-чуть отъеду, чтобы было видно.
Вот, красиво. Следующее, что мне прислала Оленька, это были в такой красивенной упаковке два платочка. Тут написано. Вот. Две штуки, набор женских платочков. Очень красивые, так прямо мило смотрится. Даже жалко распаковывать. Еще одна новинка, тоже от Виленты. Сразу покажу. Впервые я встречаю такое средство. Это мицеллярный гель для снятия макияжа с яблоневым цветом. Эффективно удаляет макияж, увлажняет, освежает. Прямо вот видно, что это гель. Он не сильно густой, но и не водой. Гелевая текстура, поэтому вот очень интересно новые средства попробовать. Оля, спасибо, я очень люблю новинки, и ты их все время для меня находишь. Прямо ощущение, что... Ну, вообще, Оля избаловала, конечно, избаловала меня, мне очень приятно. Спасибо, моя хорошая, буду с огромным удовольствием эту новинку тестировать тоже. Ну и, собственно, давайте я вам сейчас покажу виновницу-то поездки. Это все Алена Ахмадулина виновата. Вот такой красивый дизайн даже самой упаковки, коробочки. И я сейчас вам покажу, как выглядит флакон. Ну, кто заказывает Faberlic, то, конечно, для вас это будет не удивительно. Вот так смотрится сам флакон. Очень красиво, очень стильно. Тут надписи разные. Вот видно, Faberlic там написано. Солидный. Солидный, красивый, зеркальная такая тяжелая крышка. Бывает, где парфюмы, у которых висят вот такие вот насадочки, они сваливаются. Тут насадка уходит вовнутрь и смотрится так солидно и красиво. Вот так вот оформлен верх. Ну, дизайн на высоте. И сами буковки, они немножко такие, знаете, как выпуклые. Вот такой вот аромат. Я догадываюсь, почему самой Ольге было тяжело этот аромат. Тут входит грейпфрут. Вот эта тяжесть грейпфрута, она, конечно, далеко не каждому нравится, потому что, ну, тяжело, действительно, грейпфрут ложится тяжело. Но я люблю очень аромат грейпфрута. И мне нравится, когда этот аромат раскрывается. Вот сейчас я прям наслаждаюсь им на запястье, потому что, ну, реально красиво звучит. Это не легкий аромат, поэтому молоденьким, конечно, такое не подойдет. Я не люблю, уже 100 раз говорила, возраст давать ароматом, но этот аромат действительно для девочек чуть-чуть постарше. Я достигла уже возраста постарше, поэтому с огромным наслаждением буду им пользоваться. Вот. Так что, Оленька, тебе не подошло, потому что ты еще слишком маленькая. Ну, Ахмадулина приехала не одна, ей, видимо, было скучно. И захватил этот аромат, еще один аромат. Это уже туалетная водичка от Yves Rocher. Вы знаете, вот когда увидела, так обрадовалась. У меня вообще вот из этой линейки Naturelle, если я правильно читаю, тут даже я Асфантус прочитала, не было ничего ни разу, поэтому очень хотелось. Ну как ничего ни разу? У меня вот эти квадратные пробники были, я очень много вот самих водичек Naturelle тестировала, поэтому как бы не сказать, что я уж совсем-то не знаю, знаю. Но вот ко мне приехала Naturelle Османтус. Вот такая красивенная капля. По-другому не скажешь, мне кажется, это капля. Очень красиво смотрится. Тут от оранжевого в зеленый уходит. И вы знаете, вот аромат соответствует флакону. Я тут тоже слышу и цветы, и цитрусы. Я вообще не знаю, что входит на самом деле вот в этот аромат. Но мне кажется, я здесь как будто вот и жасмин, и вот свежесть, и траву я тут слышу, и что-то вот очень-очень свежее. Вот утро, роса, трава и что-то свежее. Может быть, даже жасмин после дождя, вот что-то такое. Ну, скорее всего, тут вот этот османтус.
понравилось. Мне эта водичка тоже очень понравилась. Она с самого начала звучит нежнее, чем Алена. Потому что Алена там грейпфрут конкретно работает в начале. Но раскрываются обе водички. Мне понравилось. Очень красивые. Я уже говорила, я все хочу это красиво поставить. Я уже говорила, что до водичек я в целом всеядная, потому что мне есть те водички, которые не подходят, но их не так и много. Но это еще не все. Давайте я вам покажу, что же ко мне приехало в моих любимых баночках от Organic Kitchen. Приехали три баночки, и все три для волос. Первая вот такая. Объем. Бальзам, приподнимающий корни волос. Входит органический экстракт японского хлопка и свежий инжир. Вот такой вот. 100 мл. Сейчас я тут за кадром попробую ее открыть. Мне очень интересно. Очень вкусно пахнет. Перламутровая, нежно-сиреневая, такая лавандовая, светло-лавандовая текстура. Если наклонять сильно, то потечет. Ну, приятный такой насыщенный аромат. Понравился. Так что буду я с удовольствием пробовать вот такую новинку. Интересно. Оля, спасибо. Маска объем для волос. Горячая новость. Тоже вижу впервые. Видимо, это у них новинки такие пошли новые. Входит органический бразильский кофе и коричная палочка. Коричная. Так, давайте открывать. Недавно мне такую палочку корицы посылки присылали. Максимка ее кофейной назвал. Ой, тут такой оригинальный аромат, тоже такой полуперламутровая текстура, уже погуще, потому что это все-таки маска. Аромат корицы очень яркий. Я не чувствую тут кофе особо, вот палочка перебивает. Знаете, как плюнула. В меня обиделся кофе-то на меня. Прямо плюнул. Некрасиво как. Так, сейчас я дотянусь до полотенца. Вот. Вот такая горячая новость. С капризами приехала. Маска объем для волос. Буду с огромным удовольствием пробовать, тестировать. Ну, классно, интересно. Так. Как поставить, чтобы ничего не закрывать. Но это не получится, наверное. И третья маска блеск для волос Макарена. Входит свежий сок мексиканского кактуса. Ух ты! Органический колумбийский зеленый кофе. Ну, давайте этот открываю. Надеюсь, этот меня не плюнет. Тот прямо так обиделся. Какой гордый. Ой, как вкусно пахнет. Уже зеленовато. И также вот какая-то полуперламутровая текстура. Средняя гущина, то есть если наклонять, все-таки выкатится. Очень-очень приятный аромат. Надеюсь, на меня сейчас кофе еще раз не плюнет, обидится. Вот такая Макарена. С огромнейшим удовольствием буду все тестировать. Прямо интересно. Придется с кофе начать, с горячей новости, чтобы сильно не обижался уж на меня. Еще ко мне приехало от народных рецептов несколько средств. Вообще вот с народными рецептами сейчас многие знакомятся. Прямо так вот эта компания ворвалась буквально в рынок России. Потому что я не знаю, раньше они были или нет. Но вот благодаря и фикс-прайсу, и просто в магазинах стали прямо ярко вот распространяться народные рецепты. Они так ярко всегда лежат, ярко манят к себе свои вот... Ну, яркой упаковкой. Вообще просто супер. Крем-масло для рук и ногтей. Интенсивное питание, мгновенное впитывание. Обещания тут очень хорошие. Даже укреплять ногтевую пластину обещает это масло. Я хочу сказать, что вот в фикс-прайсе я тоже видела, правда не купила. Здесь всего в упаковке 45, по-моему. Где-то я видела. 45 грамм, по-моему. Ну, сейчас так быстро-то я что-то не вижу. А, да, вот где я видела. 45 миллилитров. И для 45 миллилитров 50 рублей – это очень-очень хорошая цена. Поэтому я думаю, что работать будет очень хорошо. И интересно упаковано. Как бы тут вот пустышка, да, а само масло идет так снаружи. Оригинально.
А здесь, вот представляете, еще и даже защитная. А, вот тут почему. Пустышка-то. А я все время думала, что же это такое? Зачем тут так много пустоты-то? А оказывается, сюда входит еще и реклама. Вот. Сколько тут всего интересного. Так что, вот еще и вот так. Еще есть аквакрем на термальной воде Камчатки. Вот такие еще есть средства. Тоже, кстати, в фикс-прайсе я их видела. Густое масло. Давайте вот так я вам покажу, потому что интересно. Средства интересные. Я еще ни разу не тестировала, просто видела. В обзорах у девочек видела. Вот так. Очень интересно. Ладно, посмотрим. Но это еще не все. Фитокосметика. Еще вот столько разных масок. Давайте я вам покажу, потому что они интересные. Легко смывается, 100% натуральное масло для волос перцовое. За 15 минут обещают хороший эффект и подходит для активного роста оздоровления волос. Так вот болтается достаточно жидковатый. Ну понятно, масло это ж не маска. Вот. И не знаю, куда его наносить. Способ применения. На волосы наденьте полиэтиленовую шапочку. Через 15 минут промойте волосы шампунем. Получается, нужно до мытья головы наносить на волосы и на кожу головы. Вот. Классно. Это я очень люблю. 100% масло миндальное. Для интенсивного увлажнения и питания волос. И тот же самый, да, тот же самый способ применения. Так, следующая маска уже для волос. Она уже идет вот густая. Идет восстановление питания с ромашкой и облепихой. Нанести маску на чистые волосы уже на 5-10 минут. Потом смыть водой. Тут это уже после шампуня. Работает маска. Еще одна маска для волос яичная. Увлажнение и питание с молоком и медом. Также 5-10 минут после шампуня держать. Ой, так интересно. Много всего. Ой, тут вообще что-то новое и интересное. Ванна шоколадная, антицеллюлитная. Натуральное какао и молоко. Снижает проявление целлюлита. Эффективно подтягивает кожу. Питает кожу, выравнивает рельеф. Моделирует силуэт. Главное верить, все это будет. И способ применения. Наполнить ванну водой до 40 градусов. Вылейте, я читаю, выпейте. В общем, вылить содержимое пакетика в ванну и перемешать. Либо растворите под струей воды при наполнении ванны для получения воздушной пены. Принимать ванны 15-20 минут. И лучше через день использовать. Вот, в общем, вот такая вот. Смотрите, не выпейте, как я прочитала. Вылить надо. И вот санаторий дома. Ванна Клеопатры омолаживающая, козье молоко и мед. Питает, увлажняет, восстанавливает упругость, разглаживает, подтягивает, способствует омоложению. Ну, я так понимаю, что нужно тоже вылить. И лежать потом. Вот. Главное, чтобы ванна была не больше 40 градусов прогрета. Иначе действия не будет. Ну и Максимкина радость. Сейчас я вам покажу, что Оленька прислала ребенку. Но я им буду активно помогать. Мы с ним шоколад едим маленькими порциями. Но и долго. Поэтому вот такой шоколад особый. И второй шоколад вижу впервые. Вот такой интересный. 64 какао. Так, давайте на русском найдем. Темный шоколад с мятой. Вот, представляете, какой классный. Темный с мятой. Это то, что прямо одно удовольствие будет пробовать. Так, сейчас мы так поскрепим. Вот такая красивущая, яркая, позитивная посылка ко мне сегодня приехала. Много-много всего интересного и вкусного для тела. Прямо арома удовольствия. Мне сразу потянуло в ванну с очередными средствами.
Оля, спасибо тебе огромнейшее. Прямо вот все внутри ликует и радуется. Спасибо тебе за Алену Ахмадулину, за вот эту водичку. Вообще спасибо, конечно, за все, но за то, что ты проявила такое внимание и прислала то, что мне понравилось, это особо приятно. Спасибо всем, кто радовался вместе со мной. Плохих комментариев писать не стоит, я их в любом случае удалю, потому что они меня не радуют, вас не красят. Поэтому я думаю, что если вы радуетесь вместе со мной, то лучше радоваться. А если это не нравится, такого плана ролики, то лучше не смотреть, а смотреть то, что интересно. Спасибо огромное всем за внимание. Ссылку на канал Ольги я не даю, потому что она не имеет своего канала, но она подписчица. То есть Олю можно увидеть всегда в комментариях. Она активный пользователь на Ютубе. И очень-очень надеюсь, что Оля тоже начнет снимать ролики, потому что ей тоже есть что показать. Так что, Оля, я буду первая, кто на тебя подпишется и будет смотреть то, что ты будешь снимать. Так что очень-очень жду и тебя на Ютубе, потому что у тебя очень интересные покупки всегда. И я думаю, ей что показать и рассказать нам. Спасибо всем, спасибо, Ольга, и всем пока.